Святская? Старый мост. Козел Верхневолжский. Афанасий Никитин. Это вот самый бренд. Вы могли назвать брендом Верхневолжский? Наверное, Селигер все-таки. Возмородовские мануфактуры. Думаю, ради этого стоит приехать в Тверь. Наш хлеб Верхневолжский. ЗАО «Хлеб», наверное. Что вы могли назвать брендом Верхневолжья? Визитная карточка Тверской области. Ну, Волга, конечно. Михаил Круг. Ну, наверное, вагонзавод и Афанасий. Говорят, что у нас красивая стала набережная. Магазин «Олимп». А памятник Афанасия Никитина. Ну, это Тверской козел, Афанасий Никитин и... Ну, Михаил Тверской, это понятно.